новом радио. Как дела? Так давно не виделись. Как дела? На что же ты обиделась? Как дела? Оля Лукина. Как дела? Как дела? Как дела? Так давно не виделись. Как дела? На что же ты обиделась? Как дела? Оля Лукина. Как дела? Как дела? Давай. Как дела у твоего дяди? А? Как твоя мама, у нее плает от злади? Как малыш уже ходит в садик? А? Потрепал тебя Вадик. Ты институт-то закончила, ведь столько заморочек было. А сил-то не хватило. Ты, помню, не курила, не хихикала. Такая скромная, невинная, с пригорода. А ты чё? Я чё? Я ничего. Я питаюсь дымом, пишу отличный рыбачок. Сижу на студии целыми днями. Играю в спару, я не страдаю. Бывает интересно, гоняю на концерты. Я среди местных, вроде бы в респекте. Кажется, я слышала одну из ваших тем. А как вы называете? АК-47. Как дела? Так давно не виделись. Как дела? На что же ты обиделась? Как дела? Оля Лукина. Как дела? Как дела? Как дела? Так давно не виделись. Как дела? На что же ты обиделась? Как дела? Оля Лукина. Как дела? Как дела? Вот и повстречались на какой-то пати. На моем диване, как на пятой парте. Забывай давай про свои трения. Поговорим, я в хорошем настроении. Винилюх гули, все так же курю. И уважаю то, что мне понутру. Не так, как раньше, не включаешь бруту. Кожа шоколад зарешала за руку. Ну-ка дай мне в руки твой айфон. Набирай, запишу свой мегафон. На дисок фанатеет ведь твой братик. Ведь одногруппник, русский автоматик. Как дела? Так давно не виделись. Как дела? На что же ты обиделась? Как дела? Оля Лукина. Как дела? Как дела? Как дела? Так давно не виделись. Как дела? На что же ты обиделась? Как дела? Оля Лукина. Как дела? Как дела?